дальше прошли, и вон пятно. Очень хорошо видно. Огромный какой-то этот тюлень или что это, непонятно. Он просто огромный. Он 2 метра длиной, если не больше. По масштабу, наверное, не совсем понятно, какой он. Но нам видно, что он огромный. Слышно, как он сопит, выдыхает воздух, такой брызги идут. Вообще. Такая природа рулит. В действии, короче. Хорошо, что успел заснять, опять спрятался. Много их тут, короче говоря. Вон маленькие пузырьки идут, наверное, это он из-под воды выпускает. Идем дальше. Очень красиво, очень тепло. Влад здесь 12 лет живет, ни разу не был здесь. Сейчас научим отдыхать этих американцев. Ни одной бутылочки, ни мусора вообще, ни капельки нет. Только вот такие цветущие кусты. Шикарные.